Привет, с вами Солнце. Симпатичные мальчики – это хорошо, но согласитесь, намного лучше, когда эти парни еще и хорошо поют. Как, например, дуэт Даки. Сегодня мы приехали на их концерт для того, чтобы еще раз убедиться, что для них нет недостижимых целей, и узнать секрет их успеха. В конце апреля прошла презентация нового альбома дуэта Даки. Как правило, подобное мероприятие особенно волнительно для артиста. И пусть сегодняшний концерт далеко не первый, а музыкальный альбом далеко не последний, я решила узнать у парней, что же они чувствуют сегодня. Нет, конечно, я чуть-чуть переживаю сегодня. Да? Да, хотя нет, это маленькие какие-то, да, стрессовые моменты перед концертом мне всегда должны быть. Иначе ты просто теряешь хватку, и, как говорил Майк Тайсон, страх – это тоже полезная штука, им нужно, им главное уметь управлять. То есть здесь он нам помогает, подзадориться немножко, да, как-то взбодриться и выдать. Самое страшное – это перед выходом на сцену. Но как только начинается песня, ты улетаешь в полный кураж, и, как и, в общем-то, как группа Даки, отрывается по полной. Стоит заметить, что на российской эстраде полно красивых и хорошо поющих мальчиков. Однако, дуэт Даки позиции не сдает и постоянно покоряет всю большую аудиторию. Из этого несложно сделать вывод, что в парнях есть что-то такое, что отличает их от других артистов. Что же это? Я думаю, что здесь просто какая-то внутренняя составляющая. Понимание всего, наверное, даже, да, что происходит в твоей музыке прежде всего. Потому что многие действительно, как ты говоришь, просто красиво поют и как бы неплохо выглядят, да, но а что дальше делать? На будущее какие-то планы, они просто не могут это выстроить, потому что не понимают. Поэтому не каждый, в общем-то, рожден для этой работы. Достигнуть успеха в музыке, безусловно, сложно. Надо не просто хотеть этого, сидя на диване, а активно работать над собой и своим творчеством. Но все же я была уверена, что у Дамира и Кирилла есть свои секреты для достижения успеха. И они наверняка знают, о чем нужно петь, чтобы покорить слушателей. Вообще, большинство людей все-таки поют о любви. Это, наверное, самая распространенная форма песен. Ну, мы с Дамиром подумали, теперь, наверное, мы не будем петь о любви. Мы будем петь о животных. Да, мы недавно ходили в зоопарк. Новый стиль, как раз сегодня, может, это услышите, из этого посмотрим. Ты может, поверила? Напоете что-то про животных? Поверила. Ну, напойте мне, я поверю тогда. Elephant, elephant. Это про слона, песня сразу могу сказать. Ага, шикарно, и на Евровидение это пойдет, мне кажется. Мы думали, да, на Евровидение поехали. Так Полина Гагарина, она изначально с этой должна была песня поехать, а мы у нее отобрали, вернее, не наш музыкант, композитор уже. Грамотное решение. Постоянное стремление вперед – вот самый главный рецепт успеха. Ведь недаром говорят, нет предела совершенства. Но, к сожалению, у нашего репортажа есть предел, и уже пора прощаться. С вами была Солнце. Пока!